Порядка 125 миллионов тенге уже выплатили фонд обязательного социального медицинского страхования жителей Северо-Казахстанской области. Уже со следующего года пациенты будут лечиться за счет этих средств. Те, кто еще не успел приписаться к поликлинике, смогут сделать это с 15 сентября. В республике пройдет очередная кампания по прикреплению к медорганизациям. Тему продолжит Ирина Панфилова. В первой городской поликлинике Петропавловска приписаны почти 67 тысяч пациентов. С 15 сентября здесь стартует новая кампания по прикреплению. Это не просто хороший шанс выбрать медучреждение, говорят врачи, но и возможность стать участником системы обязательного медицинского страхования. Если человек не застрахован, значит, он будет получать только гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Второй пакет медицинской помощи, который будут получать застрахованные, он уже включает абсолютно всю медицинскую помощь. Это и обследование любого уровня. Это и стационарная помощь, стационарозамещающая. Это и высокие медицинские технологии. За тех, кто трудится, деньги в фонд медстрахования будет отчислять работодатель. За пенсионеров и студентов – государство. А вот самозанятым и безработным придется выкручиваться самим. На встречу им идут работники центров занятости, готовые подыскать им работу. Эркебулану Шаймерденову 28. Три месяца юрист скитался в поисках заработка. Пришел в центр занятости, в итоге здесь же и остался работать. Мне моя работа нравится, общаться с людьми разными. Консультировать. Насчет медицинского страхования я теперь могу лечиться в больницах бесплатно, так как все эти средства оплачивает мой работодатель. А лечиться всегда надо, здоровье – это первое богатство, как говорят. Помимо Эркебулана, с начала года с проблемой трудоустройства в Петропавловский центр занятости обратились почти 2000 человек. Больше половины уже нашли постоянную работу. В целом социальный статус в регионе определили свыше полумиллиона североказахстанцев. Ирина Панфилова, Руслан Алиев, Тулеген Иманов и Дмитрий Рура. Петропавловск, Хабар 24.